Вадим, вы же не
обогнали. Ей что-то надо было. Так что у нас получилось 2.83. Да, 70 сейчас. В середине трассы. Там еще мне не нравится, что старые эти желтые знаки. На скорости просто едешь, и вроде тут желтый, там желтый. Где бревна есть, как бы ты знаешь, что туда не... Я, видимо, поехал, я по старым поехал. Да, я поехал направо. Сейчас мы еще раз попробуем.
половину трассы приезжаешь, там прямо ты едешь или налево. Желтые эти огни. Не огни, а эти типа. Краска. Я на видео скину. Покажу. Да, вот такие вот. Все вместе шли. Я видео скину там, увидите. Бери велик. Сел. Ори, сам. Давай, Андрей, ну, нормально, только ори, так, никого не слышит. Давай, давай, громче. Вперед, вперед, пошла! Привет! И эти тоже, блин, тоже, я стою не туда, потом этим я развернусь, я тоже тут давай, блин. Тут тоже это. Кинешь, наверное, машину? Ага. Что, не летит у тебя? Блин, у меня летит, как молодая, блин. Под собаку не спадает, под колеса, у меня колесо прям вот. Ну вот я и говорю, потому что... Прям это. Что-то давай, я-то не замечаю. Не, у меня прям, я пару раз такие прям, да. Бум. Особенно вот собаки, раз тоже, они выкидывают же из-под себя так, нормально. Если надо, у меня есть такие. Не, у меня есть такие. У меня это... Как это, там стекло. Я в машине с черными езжу. У меня там и желтый, и белый есть. Надо взять стекла другие поставить, они сменные там. И взять, и ставьте себе. Они легкие, нормально. А у меня...